Друзья, всем привет! Сегодня будем делать очередной натяжной потолок вот в этой комнате. Гардина уже установлена. Под люстру. Вот есть такие юпиля. Вот закрепили уголок. И выдернули его просто. Просто выдернули. Сейчас будем крепить на другие дюпеля. Вот вставляем другие дюпеля. Они заходят поплотнее. Получше. Сейчас посмотрим, как они будут делать. Еще чуть не делился. И вот эти дюпеля. Вообще другое качество. Все. Вот собрали багет на брусок. Так вот. И теперь нам надо его установить сюда на уголки. Выставляем по уровню. Вот так вот по уровню выставляем. Вот сюда тоже сделали брусок. Сейчас закрепим уголки. Тут у нас будет тоже потолочек на бруске сидеть, потому что здесь крепить некуда. Здесь огнишка идет. Вот у нас брусок с багетом. Сейчас крепим уголочки и идем дальше. Дюпель гвоздем. И так по всему периметру. Так, вот, чтобы запилить угол, багет у нас ставится так вот, да? Чтобы его правильно запилить, мы его переворачиваем вот так на обратной стороне, на обратной, отмечаем стык. Там уперли в угол, здесь стык отметили. И потом на толщину багета сдвигаем метку вот сюда, в сторону угла. Ставим черточку, пропиливаем. Запиливаем вот так вот. Запилили, можно крепить. Так, ну все, мы забагетили, развешали резинки, установили закладные подсветильники. Сейчас закладные поправим. А что ты плохо поправил, Вовчик? Надо оттянуть маленько его, чтобы он ровно был.
примерно так. Так, все. Мы сейчас будем натягивать. Так, вот растянули полотно, один угол зацепили на холодную, сейчас его пушкой погреем и будем зацеплять. Так, ну вот, натянули, сейчас будем клеить обводы, устанавливать светильники. И что у нас еще? Заглушка, заглушку еще ставить будем, да. Так, сейчас будем смотреть, как наклеиваются кольца обводные. Так, ну вот, примерно зная, где у нас должна быть закладная под люстру, начинаем прощупывать. Вон она, вон закладная. Еще раз щупаем, ищем центр. Вот он, центр. Вот. Намазываем кольцо, клеим. Вот. Все, опять же. Вот как раз пальчик сюда ставим, приклеиваем. Все, кольцо приклеено. Сейчас подсохнет. И будем ответственно вырезать. Так, все, кольца наклеили. Все, сейчас начинаем ставить заглушку. Вот. Надо вырезать угол на 45 градусов. Так, срезаем. Так, хлоп. И вот эту вот штуку тоже срезаем. Вот так вот. Все. Так, и теперь вставляем угол. Все, пальцами вставили. И дальше можно штакелем. Так, ну так наружный угол мы показали, как вырезается. Потом дойдем вон до того, до внутреннего угла, вон до того, и покажу, как вырезается этот угол. Так, а вот на место ниши, чтобы у нас заглушка, вот этот вот бортик не торчал, вот этот вот, мы ее вот так вот обрезаем. Она сейчас поставится, и вот этого борта у нас не будет, что шторками не будет снимать заглушку. Вот такой багет мы установили. На эту штуку застегивается у нас заглушечка, плинтус по-другому. Вот эта штука отломлена. Так, ну ничего, это в одном месте. Мы ее сейчас заклеим космофеном, и будет все нормально. Все, мы дошли до этого угла. Все, там поставили заглушку. И теперь обрезаем, обрезаем с запасом маленько. Если длинная будет, мы ее потом можем подрезать. Также подрезаем вот эту сторону и подрезаем также на 45 градусов, но уже другой угол, уже с внутренней стороны. Так. С этим углом сложнее, конечно.
по крайней мере, у меня похуже получается, чем с наружными. Видели? Нет. Оп. Итак, продолжаем. Так, все, сейчас будем люстру устанавливать. Для начала устанавливаем вот это крепление люстры. Провод вытащили. Так, раз, все нормально. Крепим на саморезы. Пластмассовую закладную. Так. Разницы же нет, но нет. Так. Это зацепили. Теперь провода. Ну, что закладывается еще. Все, вот зацепляем провода. Ставили. Закрутили. Ну так сейчас. Так и хлоп. Хлоп. Проводки прятаем. И вешаем так. Раз. Что мешает? Провода мешают вот эти вот. Люстру повешали, сейчас попробуем включить. Что получится? Батареек. Хозяева придут, пусть сами разбираются. Теперь устанавливаем светильники. Один раз вырезали. А где провод? Там где-то. Вот провод.
Зачищаем провод. Погоди, надо выключить свет. Выключить свет надо. Зачем? Чтоб не ударил. Кочка, ты что сделал? Ты не заколотил. Так, зачищаем по одному проводу. Так, хлоп. Второй. Хлоп. Включиваем. Второй провод. Также. Скрутили. Почему по одному? Потому что они под напряжением. Свет включен в кино. Без света не очень приятно работать. И все, вставляем один проводок, вставили, закрутили. И второй. Ну, о, почему они выкручены? Потеряли они винтик. Другой взяли. Даже выделили. Вставили. Закрутили. Все, закрутили провод наверх. Вставили. Все. Так. И получили. Ух ты, опять там потолка выйти. По самое не хочу, да? У меня ж провод не вылазит. Ладно, впихнем. Так. Один закрутили, второй вставили, закрутили. Все, потом платформу вот эту подтягиваем к потолочку. Потолочку подтянули. Регулировали. Все. Отрегулировали. И светильник на место. И вот так это, все это делается. Так, ну все, друзья, мы закончили. Вот так вот получилась у нас ниша вот такая вот. Так. Люстра можешь включить. Так, заглушечка все стоит. Все хорошо. Тут на брусочке у нас. Здесь вот так получилось. Ну и эта комната вот так. Все нормально. Так.
Там как раз хозяева приехали рассчитываться. Так. Ну все, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставим лайки. Ну, а мы будем дальше снимать. Всем пока.